Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем солить капусту в банке. Для этого нам потребуется вилок, мы его моем, немножко просушим и, используя специальный шинковочный нож, шинкуем вот такими узенькими полосками капусту. Какая марка, какой сорт используется капусты? У нас сейчас пудовка. Пудовка, да. Так, нашинковали часть и закладываем в 3-литровые баночки, мытые, ошпаренные кипятком. И туго добиваем, да, и ложим еще вот немножко для вкуса хрена. Корень хрена. Вот таким образом. Итак, друзья, капуста пошинкована, заложена в 3-литровой банке, утрамбована. И теперь мы будем солить. На каждую 3-литровую банку потребуется вот столько соли. То есть берется медицинская банка и насыпать туда соли по выпуклую часть. Так, кроме соли еще ложится столько же сахарного песка. Так, вот вы высыпали сверху соль, сахарный песок и кладем одну таблетку аспирина. Две. Две таблетки аспирина. После этого заливаем банки кипятком. До самого верху наливаем кипятка. Закрываем крышкой. После того, как вода отстоится, мы сверху доливаем еще воду. Закрываем крышкой. После этого будем закатывать. Но не забывайте, сначала доливаем кипяток. Вода уходит, кипяток доливаем еще раз до самого верху, закрываем крышками и после этого крышки закатываем. Затем их покрываем одеялом и ждем, пока они остынут. После этого убираем в прохладное место. Можно в погреб, у кого-то есть, или в холодильник. Это уже на ваше усмотрение. Друзья, получается капуста очень вкусная, и сочная и хрустящая. Рекомендую этот рецепт. Если вам понравилось видео, ставьте внизу класс и подписывайтесь на мой канал. Успехов вам, пока-пока.